Юрий, хотел с вами начать о заявлении. Заявление Байдена сказало буквально следующее. США не намерены давать добро на удары ВСУ американским оружием по Москве и Кремлю. Мы не говорим о том, чтобы дать украинцам оружие для нанесения ударов по Москве, по Кремлю. Мы даем оружие для нанесения ударов прямо через границу, откуда они получают защитные обстрелы из обычного оружия, используемого оружием, добавил президент США. Ну, опять мы видим, получаем какие-то серьезные решения, но с оговорками, с называется, со сносками, с мелким шрифтом. На этот раз мы говорим о том, что атаканцы, но не будут использоваться кстати, этого решения по территории России. Говорит об этом, что все-таки некие красные линии Путина работают, и даже это приводит некоторых наблюдателей к тому, что есть даже какие-то, может быть, договоренности все-таки о этих ограничениях между Москвой и Вашингтоном. Ну, я думаю, то, что очевидно, что последние как бы там, новости, да, вот эти разрешения со стороны американцев, французов, немцев, на самом деле всех остальных, да, наносить, наконец, удары по российской, по территории Российской Федерации, повергли Кремль, Москву, да, Лубянку, Россию в абсолютную панику. Вот заявления, которые последовали о том, что Россия в этом случае вот непременно отомстит, да, и там ядерный удар нанесет и прочее, количественно говорят о том, что абсолютно все в Москве просто были в состоянии шока от вот этих вот разрешений, да, которые наконец-то были ВСУ даны. Потому что все мы очень хорошо понимаем, что это единственная ситуация, при которой Россия проигрывает войну. И в России Путин это очень хорошо понимал. Вот до там, буквально да, событий недельной давности, когда существовал запрет на использование западных типов вооружений для нанесения ударов по Российской Федерации, Путин был в абсолютно выигрышной позиции. То есть он даже теоретически не мог эту войну проиграть. Потому что нельзя проиграть войну, когда по твоей территории не наносят ответных ударов. Это как бы невозможная вещь. Поэтому изменение позиции Запада означало, что Россия проиграла войну. И это то, из-за чего мы услышали, увидели вот все эти многочисленные панические заявления со стороны абсолютно всех, начиная с Медведева и кончая дешевыми пропагандистами. Потому что в свое время американцы выиграли войну в один день. Я имею в виду, американцы выиграли войну против Советского Союза в Афганистане, да, когда они приняли решение о поставках афганским партизанам противосамолетных ракет, стингеров. Да. Вот в этот момент была выиграна война. Поэтому такого рода войны, они выигрываются как бы очень быстро, когда есть желание эту войну выиграть. Значит, если американцы отзовут сейчас свое разрешение, наверное, это теоретически возможно, то мы снова окажемся в ситуации, в которой мы уже находимся больше 2 лет. Когда ведется война, которую Украина не может выиграть, это с точки зрения Украины, а с точки зрения Европы и США, которую Европа и США не могут закончить. Потому что закончить эту войну можно только через победу над Российской Федерацией. Потому что как бы, иначе Путин ее не согласен заканчивать. Иначе Путин будет находиться, как он уже сейчас находится, в состоянии перманентной войны. И все последние назначения российские указывают именно на это, да, что расчет сейчас делается на перманентную войну, то есть на то, что Россия вот в таком режиме будет вести вечную войну, продвигаясь с той скоростью, с которой она в состоянии продвигаться. Это относится не только к Украине, но и к самой Европе. Это понятно в Европе, это та причина,
из-за которой произошел сдвиг там, с французами, с немцами, с американцами. И я думаю, что этот путь как бы неизбежен, да, для Европы, для Америки, потому что, подчеркиваю, иначе эту войну нельзя закончить с их точки зрения. Допустим, их не интересует победа Украины, допустим, их не интересует поражение России, но их, да, интересует окончание войны. А закончить эту войну иначе невозможно. Юрий, ну вот сейчас будем говорить о предстоящей форме мира в Швейцарии и заявление соответствующего Олафа Шольца, немецкого канцлера. Ну вот то, что мы эту тему затрагивали с Юрием Белятом, предыдущим спикером, хотел вас услышать вообще. А вот то, что мы сейчас слушаем, слышим от Путина в очередной раз, уже несколько месяцев, идея того, что у Украины была возможность договориться в конце 2022 года, ну тут речь идет еще и, допустим, и, я не знаю, это передается Медуза, но скорее всего это речь о стамбульских переговорах, и вот Медуза пересказывает, что как бы Путин тогда сказал, нужно над этим подумать, это касалось интересов России, нейтральный статус Украины, денацификация. Я был удивлен, когда меня начали спрашивать, что это, а это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма. И вот спрашивает Путин, зачем Джонсон приехал в Киев и выкинул с собой эти соглашения. Сейчас вот, знаете, все эти разговоры про то, что у Украины была возможность, и западные якобы кураторы эту возможность вот, это, под ногу Украины выбили, ковер, знаете, и, соответственно, это набивает, это сейчас приобретает какие-то, знаете, масштабы критической массы так, в некоторых странах и в контексте, разумеется, предстоящего выбора. То есть предстоящего саммита мира в Швейцарии, это такая попытка, судя по всему, дискредитации вообще любого мирного процесса, который идет вне самой России, без ее участия. Есть ли вообще у вас, на ваш взгляд, какие-либо у нас поводы рассуждать, что действительно мы чего-то не знаем, и что, возможно, не все так просто касательно вот этих стамбульских выборов? Или это абсолютно чистое российское очередное ИСО? Ну, во-первых, мы все знаем. Ну, на самом деле, мы все знаем. Мы, конечно, не знаем каких-то деталей там, тайных разговоров и секретных переговоров, которые всегда ведутся между государствами и между политическими руководителями. Это мы не знаем. А Путин лгун. Это мы как бы знаем. Да, Путин врет. Это мы знаем. Путин фальсифицирует историю, переписывает ее, ну, абсолютно диким образом. Да, это мы знаем. Понимаете, все-таки договориться до того, что в развязывании Второй мировой войны виновата Польша, которая отказалась дать милому Гитлеру проход к Данцигу, но это же все-таки надо как бы уметь такое придумать, да, это даже как бы придумать такое сложно, такой сюжет. Поэтому то, что говорит Путин, мы можем игнорировать полностью. К сожалению, и это действительно проблема, к сожалению, Россия как бы не в состоянии идти на переговоры, не готова идти на переговоры. То есть нет, если послушать там Путина и Медведева, они готовы идти на переговоры, но на условиях, что Украина сначала должна покончить самоубийством. Да? Ну, примерно как Хамас с израильтянами. Да, они готовы идти на переговоры, но условия этих переговоров означают самоубийство для государства Израиль. То же самое происходит с Путиным, да, поэтому заявление о том, что Россия готова вести переговоры с Украиной, а эти условия как бы принять невозможно никому, ни Украине, ни какому другому государству. Поэтому про переговоры с Россией, к сожалению, можно забыть. Я достаточно, ну так, скептически, спокойно отношусь к результатам швейцарского конгресса, встречи, ну, потому что, когда собирается слишком много государств обсуждать некую проблему, то, наверное, ничего, кроме общей декларации, в результате выработано не будет. И, конечно, эта декларация будет включать пункт о том, что войну хорошо бы прекратить, да, но я боюсь, что это единственный результат, который мы
увидим, потому что Россия эту войну все равно не прекратит, к сожалению, да, призыва, нам же нужно, в общем-то, чтобы в декларации были обозначены, ну, всего лишь несколько пунктов, да, вывод российских войск с оккупированных территорий, прекращение военных действий, признание границ 91 года и, собственно, признание со стороны России, да, права Украины на существование. А даже если эти пункты будут сформулированы в итоговой декларации, Россия все это проигнорирует, как, собственно, она игнорирует все это уже начиная с 2014 года. Поэтому, учитывая, что в конференции не будет участвовать, например, Китай, который сейчас стоит очевидным образом на стороне России, окончательно встал на сторону России, учитывая, что в этой конференции, может быть, не будет участвовать даже Соединенные Штаты, они будут участвовать по другим соображениям, по тем соображениям, что они, наверное, не хотят участвовать в мероприятии, которое не приведет ни к каким позитивным результатом, да, кроме каких-то общих словесных заявлений. И с точки зрения, ну, такой дипломатической, пиарной, наверное, выгодно и хорошо, что в Швейцарии соберутся страны, которые в очередной раз призовут, я не знаю, Россию, да, прекратить войну в Украине. Но может оказаться, что эти страны призовут Россию, Украину сесть за стол переговоров и начать конструктивный диалог. Но подчеркиваю, это будет, к сожалению, пустое заявление, потому что конструктивный диалог с Путиным провести невозможно. Ну, как его невозможно было проводить с Гитлером после 1 сентября 1939 года. Кстати, мне кажется, вот тут я говорил уже о заявлении Шольца, я сейчас прочитаю, что он сказал. Главное, он сказал, что цель саммита – это дать Москве понимание того, что международное право и статут ООН действует, да, но вот вы уже, наверное, забегаете на ответить этот вопрос. И мне кажется, вот в контексте вашего ответа, в том числе, Шольц и его заявление выглядят крайне наивно просто, да, потому что о том, о человеке, о международном игроке, который решил перестать играть в шахматы, перевернул доску и пытается раздать правила игры Чапаева. Напомню, такую, да, народную игру в Советском Союзе, да? Какое международное право, какой статут ООН? Придумаем новое право, придумаем новое ООН. Вот к чему ведет Путин и его политика в Украине. Ну, а на самом же деле, если бы все это делалось под эгидой ООН, это можно было бы делать, допустим, в Нью-Йорке. Но под эгидой ООН это делать невозможно, потому что у таких стран, как Россия и Китай, право вето, и, в общем, это блокировало бы, безусловно, любые попытки по линии ООН принять какие-то там документы, да, важные в этом плане для Украины. Мы можем во взгляде на Россию у Запада, да, есть много наивного. Это, ну, наверное, нормально в конце концов, да, потому что Запад живет по другим стандартам, по другим принципам. И, конечно, то, что делает Россия с точки зрения Запада, настолько иррационально и разрушительно, причем разрушительно и для Запада, и для России, да, что все надежды, связанные с тем, что там Путин одумается или Россия надумается, да, следует считать наивными. Да, это как бы наивный подход к происходящему в России и наивный взгляд на сегодняшний день, к сожалению. Да, происходит в мире очень много таких принципиально важных событий, которые как бы наше отношение к этим событиям, да, делают чаще всего наивным, потому что мы надеемся, что что-то поправится в лучшую сторону само по себе. Это, да, наивный взгляд на происходящее, прежде всего на происходящее в России, на происходящее в Иране, на происходящее в Китае, на происходящее на Ближнем Востоке.
мы окунулись в какой-то очень нехороший период. Я не хочу сказать, что во всем этом виноват Путин. Может быть, он не во всем виноват, но я подозреваю, что практически вот все это явилось результатом той исходной дестабилизации устоявшихся порядков европейского мира, да, которые были вот основаны там в целом в 1945 году, даже, кстати, в 1945, да, при участии при этом главного злодея Сталина, но тем не менее вот какие-то основы мира европейского, подчеркиваю, да, были заложены. И вот эти основы, конечно, они Путина были в 1922 году окончательно разрушены, и мы вступили в новую фазу. И пока что конца этой фазы не видно, потому что, подчеркиваю, для того, чтобы эта фаза закончилась вот как бы сейчас, да, нужно, чтобы Украина победила в этой войне, то есть нужно дать Украине победить. Это вот как бы с точки зрения Запада, да, вот Запад обязан дать Украине победить. И Запад почти что уже там, вот почти что он уже принял это решение. Дать Украине победить. Но все равно она для Запада тоже нервная, потому что там, Путин пугает ядерным оружием, никто не знает, насколько именно он сумасшедший, насколько он готов это ядерное оружие использовать, блеф это или не блеф. То есть после 24 февраля, извините, 22 года, уже нельзя исходить из того, что это вот просто блеф, да, просто шантаж. Да. Нужно закладываться и на то, что это вполне возможно как бы следующая наша реальность и следующий этап эскалации. И как бы правильно на это закладываться, но для того, чтобы вот ведь как бы Запад, да, в каком-то смысле довел до этого следующего этапа эскалации, да, потому что эту войну нужно было выигрывать, и мы об этом говорили на самом деле часто, да, эту войну нужно было выигрывать как бы как можно быстрее, вот когда 24 февраля 22 года обозначилась эта глобальная опасность. Не надеяться, что Путин сам одумается, что Россия одумается, что она испугается больших потерь, что она испугается большой цены, там потери престижа. Вот не на это нужно было рассчитывать, а нужно было как можно скорее эту войну выигрывать. И как тогда, как и сейчас, эту войну можно выиграть за 2 недели. Просто для этого нужно дать Украине свободу рук и оружия. Юрий, ну вот в самом конце, учитывая, что вы наш человек по ту сторону океана, вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, и вот информация о том, что американские суды приостановили дела против Дональда Трампа за вмешательство в президентские выборы в штате Джорджия, за ненадлежащее хранение секретных документов. И обещают, что разбирательство возобновится уже после выборов. То есть это в ноябре, пишут американские СМИ, если это произойдет, то еще больше подобрать дела против него на уровне штата, в котором, в отличие от федеральных дел, он не может сам себя освободить или помиловать. Это будет, знаете, такая вот мина, знаете, бомба замедленного действия, такая мина, которая подкладывает Трампа, что да, если он даже переизберется на следующий срок, с интервалом на 4 года, получается, с перерывом 4 года Байдена, да, то не исключено, что в качестве президента предстанет перед штатным судом штата Джорджия, и это будет очередной уже какой-то энным прецедент, беспрецедентное событие в американском суде. Как вы считаете, если мы сейчас вернемся к делу, по которому он обвинен по 34 пунктам, связанным с делом сборной звездой, сборной актрисой Стоми Дэниелс, сейчас уже вырисовывается картинка того, повредит это Трампу или нет, потому что обе стороны утверждают свою. И американцы сначала кинулись утверждать, что это только добавит ему образа мученика за наше общее дело, и фактически уже его можно инаугурировать. Да? А вот, допустим, по статистике главного сегмента, который так называемых independent голосов, не все так просто, и вроде даже сейчас есть такой change of heart, даже изменение настроений, и явно не в пользу Трампа. Что вам сейчас происходит, очевидно?
Вы знаете, ну, ситуация настолько сложная и настолько серьезная, что мы действительно до последней минуты не будем понимать, кто победит на этих выборах. Более того, я не исключаю, что мы до 21 января 2025 года не будем понимать, кто на этих выборах, потому что, если, допустим, Трамп проиграет, он, безусловно, будет подавать в суды и будет требовать пересчета, и вот это подвешенное состояние будет существовать до 21 января, да, когда по закону, по американскому, уже президент все-таки должен въехать в Белый дом, там, либо старый президент, либо новый президент. Я не убежден, конечно же, все-таки, да, что проигрыш судебного дела увеличивает шансы Трампа на президентство. Мне кажется, что все-таки эта вещь невозможная, хотя, к сожалению, да, мои оценки внутриамериканских ситуаций, да, они не всегда оказываются правильными в этом плане, и я могу ошибаться. Но что важно понимать, и это относится и даже к судебному решению, которое сейчас в Джорджии было принято, когда по существу судебное разбирательство отложили до после выборного периода. Понимаете, что важно, я думаю, как бы осознать, хотя это, может быть, и неприятно. В 2016 году, когда американцы, ну, в неком количестве, формально не в большинстве, но по числу выборщиков, по той системе, которая существует в Америке, оказалось, что в большинстве, по числу выборщиков, подчеркиваю, не по числу голосовавших, Трамп победил, все-таки люди не знали, что такое Трамп. Ну вот в 2016 году у многих могло быть свое видение Трампа, но на самом деле реально никто не понимал, вот, что такое Трамп и что будет означать его президентство. А сегодня это понимают абсолютно все. Вот каждый человек, который будет голосовать за Трампа, против Трампа, очень хорошо знает, что из себя представляет Трамп. Поэтому ну, нельзя никак будет утверждать, что американцы вот ошиблись и выбрали не такого президента, которого им хотелось бы иметь. Да? Вот если на этих выборах побеждает Трамп, то это будет означать, что американцы хотят иметь своим президентом вот именно Трампа. Вот этого вот Трампа, который осужден там по 34 пунктам нью-йоркским судом, да, который на самом деле жулик и мошенник, да, вот тем не менее, да, если американцы, зная все это, все равно голосуют за Трампа, то это вот тот случай, когда каждый народ достоин того правительства, которое он имеет. А так что в каком-то плане мне понятна логика Верховного суда штата Джорджия, да, они могут там либо, условно говоря, вмешаться в выборы, да, и там помешать по существу, да, Трампу стать в штате Джорджии, да, победить на выборах. Либо они все-таки могут считать, что, послушайте, ну вот уже все про Трампа все знают, но пусть народ теперь решает, да, почему же мы должны решать за народ, быть Трампу президентом или не быть. Пусть это решает сам народ, который все очень хорошо про Трампа уже знает. Я думаю, что логика была примерно такая. И в каком-то плане это правильная логика, да, потому что если мы живем в демократии, там, в Соединенных Штатах Америки и верим вообще в голос избирателя и предоставляем избирателю право выбрать своего президента, то вот здесь уже все абсолютно открыто. Да? Все про Трампа знают. Кто-то его при этом любит и поддерживает, кто-то его ненавидит. И мы посмотрим, ну, в конце концов, кого будет больше, да? Кого будет больше. Но если вдруг окажется, что большинство будет на стороне Трампа, что же тут можно сделать, да, если у нас демократия? К сожалению, ничего тут сделать будет нельзя.
у Байдена... Демократия, но, увы, не совсем репрезентативная. Я говорю, что нужно дать понять, что большинство, мы знаем прямо сейчас, большинство американцев проголосуют против Трампа, но это не означает его проигрыша. Конечно, потому что очень важно, как бы, какое именно это большинство, да, то есть, как, или какое именно это меньшинство, да, потому что у нас, подчеркиваю, у нас не демократия, у нас республика, мы голосуем не за президента, а за выборщиков, которые, в свою очередь, должны проголосовать. А, к сожалению... Да, ну, буквально, если дам вам закончить предложение, пожалуйста, у нас закончилось время. Да, ну, к сожалению, да, у Байдена есть один на самом деле минус, очень серьезный, но он есть, это его возраст, и, к сожалению, по этой причине очень многие скептически относятся к идее переизбрания Байдена, потому что все-таки президент должен... проруководить страну еще 4 года, а у многих американцев в этом нет уверенности, если говорить про... Это как сказал Билл Клинтон, strong and wrong beats right and weak, да, то есть сильный, но неправильный все равно победит слабого и правильного, если мы это имеем в виду. Рифму. И это, увы, стремерная правда любой политики, и в первую очередь американской. Спасибо огромное, Юрий, за беседу. Юрий Фирсинский, историк, на связи с Бостоном. Всем привет! Вы на канале форума «Свободная Россия», в студии Даниил Константинов. Мы начинаем наш сегодняшний стрим с российско-американским историком, автором ряда интересных книг, таких как «ФСБ взрывает Россию», «От красного террора к мафиозному государству», которое позже стало называться «От красного террора к террористическому государству», ну и ряда других работ, Юрием Фельштинским. Юрий Георгиевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Какое-то время назад вы, когда у нас были в эфире, выдвинули интересную гипотезу по поводу пригожинского мятежа, заявив, что возможно, что пригожинский мятеж является большой операцией, скажем так, ФСБ по приведению Путина к порядку. То есть, как бы для того, чтобы вернуть ФСБ слегка утраченные, видимо, в ходе войны или каких-то других событий, позиции во власти, если я правильно понял тогда вашу концепцию. И вот теперь, да. И вот теперь, много позже, спустя, после смерти Пригожина, и уже спустя какое-то время после тех перестановок, которые произошли недавно в правительстве, я имею в виду уход Патрушева из Совета Безопасности, уход Шойгу с поста министра обороны, как вы теперь смотрите на эту конфигурацию власти? Что же произошло на самом деле теперь? Ну, я думаю, что примерно то, что мы обсуждали, а другое дело, что, скажем так, конкуренция, да, противостояние, которое очевидно между офисом президента, да, аппаратом президента, то, что там сокращенно мы пишем АП, и ФСБ, оно имеет место быть. Да? Оно имеет место быть. Вопрос в том, кто на себя перетягивает большую часть одеяла. И понятно, что большую часть одеяла на себя перетянул Путин, да, и это еще больше стало очевидно после того, как в отставку был отправлен Патрушев. А теперь мы еще очевидным образом являемся свидетелем того, как Путин на всякий случай ослабляет Министерство обороны как ведомство. Да? То есть вот эти чистки генералов, да? Ну, я понимаю, что кого-то чистят за воровство, кого-то за неповиновение, кого-то за смелые взгляды, но результатом является то, что Министерство обороны как бы ставит на место и показывает ему, что Министерство обороны,
что никакой политической силы этот институт в России играть не должен, как и никогда не играл. Да? Вот после чисток, сталинских чисток 30-х годов, у советской армии, у советского военного руководства, да, навсегда были отбиты какие-то политические амбиции. И вот это время, оно так никогда и не вернулось. Хотя время от времени Сталин, допустим, через отставку популярного Жукова, да, через ссылку его в Одессу, напоминал снова и снова армии, что у армии как бы политических амбиций быть не должно. И сейчас их нет. И то, что в Шойгу, который был, в общем-то, нулем с точки зрения, я думаю, военных и Министерства обороны, да, заменен на экономиста Белоусова, который будет скорее чем-то типа сталинского министра по делам вооружений Ванникова, да, то есть он будет обеспечивать, ну, военную машину, да, сырьем и продуктами, но не будет, опять же, иметь никакого отношения к Министерству обороны по существу. Это тоже указывает на то, что Путин в очередной раз зачистил площадку. Он не хочет, чтобы был второй человек Патрушев, да, то есть тот человек, про которого всегда говорили, что он номер два. Спрашивали нас там, вот если Путин завтра там что-то с ним случится, кто номер два в России, кто? Вот все говорят, ну Патрушев, да. Вот не хочет Путин, чтобы был номер два, не хочет, чтобы был номер три, хочет, чтобы он был один. Ну вот он и успешно стал один. В этом плане, да, аппарат президента, безусловно, перетянул на себя уже окончательно одеяло. Интересная получается ситуация. Получается, что в ходе этой войны появились некоторые такие политические качели в аппарате власти, так скажем. Качели от группировки к группировке. То есть вот сначала мы видели в какой-то момент усиление армейских, потом произошел, видимо, вот этот вот ФСБшный демарш, ну, исходя из вашей гипотезы, с участием Пригожина, который заставил подвинуться уже в свою очередь Путина и согласиться, видимо, на какие-то уступки. А теперь Путин, судя по всему, обратно, да, просит всех подвинуться, да, отыгрывая назад свои позиции, но одновременно с тем обезглавливая и армию. Вот такая хитрая комбинация. С еще только той поправкой, что в этом обезглавливании армии очевидным образом участвует ФСБ. Да? То есть вот обезглавливание армии, скажем так, оно оказалось, ну, видимо, оказалось и в интересах Путина, и в интересах ФСБ. Потому что ФСБ тоже, безусловно, хочет быть, ну, если уж не на первых ролях, учитывая самого Путина и аппарат президента, но уж, по крайней мере, точно на вторых. А не на третьих, потому что во время войн, как мы все понимаем, роль Министерства обороны и министра обороны обычно как бы вырастает, в смысле котировки, да, и, соответственно, это создает теоретическую опасность того, что на фоне войны какие-то военные руководители, да, поднимутся до уровня политических деятелей. Вот это ровно то, что пытается каждый раз предотвращать Путин. Сначала держа на посту министра обороны абсолютно как бы бессмысленного Шойгу, но преданного ему человека, что очень важно, да, потому что это то, ради чего Шойгу назначили исходно на эту должность. А вот теперь еще и как бы подчищая чуть-чуть аппарат генеральский, да, чтобы все-таки они не зарывались, знали свое место и понимали, что абсолютно любой из них, но это относится не только к армии, к чиновникам, не военным это тоже относится, да, абсолютно любой из них может всегда сесть по статье коррупции. Но вот меня в этой, во всей произошедшей ситуации и смутил факт, скажем так, такого своеобразного взаимного истребления группировок. Сначала выступает Пригожин, потом его уничтожают, но спустя
некоторое время его костлявая рука все-таки дотягивается, получается, до шеи Шойгу и утаскивает его с собой на дно, пусть пока не в прямом смысле, но образно. И в то же время как бы падают фигуры, стоящие по разные стороны баррикад, вот в этом противостоянии лагерей раньше, скажем, те же чиновники Министерства обороны, и вдруг генерал Попов, которого как раз-таки традиционно считали противником Шойгу, критиком Генштаба и человеком там гипотетически, возможно, связанным с Пригожиным, как и Суровикин. То есть вот такая вот взаимоуничтожающаяся, растянутая во времени перестрелка. Ну, нужно добавить, во-первых, да, что Пригожин, вы правильно сказали, из этой же группы, да, вот из группы, там, условно говоря, генералов типа Попова. И при этом нельзя не вспомнить, что, допустим, Гиркин, это уже ФСБшный человек, тоже сидит до сих пор в Лефортово. И никто его выпускать, как я понимаю, не собирается. И все эти люди, они вроде бы как бы не связаны, и каждый из них оказался в опале по своим причинам, но их объединяет одно. Да? Они проявили непослушание и даже нелояльность в отношении Путина, в отношении власти. И за это наказываются и те, кто воруют не по чину, и те, кто, ну, просто проявляет некую независимость, да, несмотря на то, что эта независимость может быть и векторна, и в правильном направлении, да, там, и Попов, и Гиркин по-своему хотели лучше вести войну против Украины, да, и хотели поправить ошибки, да, которые делалось руководством. Но Путину это не надо. Вот опять же, как это в свое время не нужно было Сталину. Но уточним один момент. Да. Сталин потому у нас и считался диктатором, и был диктатором, что шел по пути как бы массового террора. Да, и без внутреннего террора стать диктатором в буквальном смысле очень-очень сложно. А Путин еще не там. То есть, конечно, Пригожина убили, но это пока что у нас, там, Пригожин, Уткин и вся компания, пока что это у нас единственный случай, скажем так, применения смертной казни к своим противникам. А все остальные случаи, да, пока караются тюремными заключениями, а не расстрелом. И смертную казнь до сих пор, там, несмотря на даже теракт в Крокус-Холле, да, когда мы слышали призывы вернуть смертную казнь внутри России, в Российской Федерации, еще не ввели. Чего нельзя сказать, кстати говоря, о противниках за рубежом, потому что в отношении противников за рубежом еще в 2005 году, если мне не изменяет память, да, по-моему, 17 июля или что-то в этом роде, был принят закон, разрешающий спецслужбам уничтожать врагов за границей. Да, я сегодня собирался поднять эту тему, но чуть позже, потому что я в одном из ваших интервью обнаружил интереснейшее для себя открытие об этом самом законе. Я только перепроверил в третьем чтении, насколько я понял, его все-таки уже в 2006 приняли. По крайней мере, новости 2006. Об этом датируются, да, 2006. Да. Очень интересный закон, позволяющий действительно убивать, ну, с террористов, так покажем, значок такой, за пределами России. И вот в свете этого закона действительно вот эти кажущиеся нелепыми ярлыки террористов и экстремистов, которые раздаются властью оппозиционерам, своим оппонентам, действительно приобретают совершенно другой, я бы сказал, зловещий смысл. Абсолютно, потому что это законодательная основа организации вот этих вот убийств. Да? То есть я там
потом уже так про себя стал называть это законом Литвиненко. То есть я думаю, что этот закон буквально принимался под операцию по уничтожению вот врагов Путина в Лондоне, да, в том числе Литвиненко. И это важный тоже момент, потому что если мы обратимся к истории, вот Сталин, когда составлялись расстрельные списки, и Сталин их подписывал, он всегда требовал, чтобы под этими списками было еще там несколько подписей. Ну, допустим, там Молотова или, допустим, еще и Кагановича, еще, да, чтобы это вот было как бы коллективное решение. Потому что даже Сталину важно было обезопасить себя на тот случай, если к нему предъявят какие-то претензии. Да, почему это вот он вот в единоличном порядке, да, распорядился расстрелять такую-то там группу людей. А вот не в единоличном. Вот, видите, есть коллективное решение. И тут то же самое. Да, вот должен там Луговой с Ковтуном должны поехать в Лондон убивать Литвиненко. Да. А на каком как бы основании законодательно они это делают? Ну да, есть приказ там ФСБ, конечно, есть приказ ФСБ. Да, но этот приказ еще с большой вероятностью может быть устным, прямо скажем, да, а вот на каком законодательном основании они организовывают вот это вот убийство. А вот вам закончик, да, от там 17-го, не помню, да, опять же, июля, вы меня поправили, 2006 года, да, вы правы, потому что Яндарбиева убили до введения этого закона, кстати говоря, а вот Литвиненко уже после. А вот есть закончик, да, который вот это позволяет. Поэтому, да, то, что сейчас... Ну, скажем так, политических деятелей, да, оппозиционных политических деятелей, ну, типа Каспарова, да, когда на него вешают вот этот вот непонятный ярлык, там, экстремиста, чуть ли не террориста, и для нас, нам это все кажется абсурдно, а с точки зрения законодательной это совсем не абсурд, а с точки зрения как бы российского руководства, да, это подводит его как раз вот под этот закон 2006 года, позволяющий его уничтожение за границей, да, что подчеркиваю очень важно, потому что в этом есть некая такая ирония, что внутри Российской Федерации убивать нельзя, а за границей можно. Да. Я, кстати, хочу вас чуть-чуть поправить. Гарри Каспаров уже внесен в списки террористов. Именно как террорист. Да, ну, я не помнил точных формулировок. Еще три сразу участника форума и членов совета форума. Это Иван Тютрин, Евгения Чирикова и Геннадий Гудков. Так вот, на минуточку. Уже четыре человека из рядов форума, признаны террористами в России. То есть вот на них повешен вот этот вот расстрельный ярлык ФСБшный. Но меня, знаете, что удивляет в этом? Почему Путин такой легалист? Зачем ему закон? Неужели какой-нибудь ФСБшник или ГРУшник, которого вызовут к начальству, и скажут, слушай, надо съездить и убить там, я не хочу фамилии произносить, ну вот кого-то там, Иванова где-то. И он скажет, ну слушай, зачем убивать Иванова? Ну это приказ. Неужели он не выполнит приказ? Неужели ему нужно показывать, что действительно есть закон, и есть Иванов, который вот в списке, посмотри, вот Иванов у нас в списке, поезжай и убей его. Неужели ФСБшник или ГРУшник так не поедет и не убьет? Не поедет, потому что он будет бояться, что потом он пойдет по статье злоупотребления власти. Это вот как, опять же, в случае с Литвиненко, когда обсуждалось устранение Березовского, ну, в которое там многие не верили, считали, что это какая-то выдумка. А тем не менее, это было на совещании там, высшего руководства ФСБ, да, и там был поставлен вопрос об устранении Березовского, и Литвиненко попросил письменный приказ. Вот на самом деле конфликт, который как бы произошел, да, который закончился отказом этой группы участвовать в операции по устранению Березовского, да, закончился вот тем грандиозным скандалом, который привел к пресс-конференции, началось все с того, что, собственно, там группа офицеров, да, в которую входил Литвиненко, где он был, кстати, не старшим офицером, там старшим был Гусак,
Александр Гусак, они попросили как бы официально, ну, письменный приказ, да, на проведение операции, на что им сказали, что как бы письменного приказа им дать не могут. Да, вот с этого все и началось. Да, и Литвиненко в этот момент возразил, что ну подождите, но на устранение Дудаева был же письменный приказ. А на что им ответили, ну, что вы сравниваете Дудаева и Березовского. А вот, собственно, и все. Поэтому, на самом деле, да, они подстраховываются. Да, даже Путин не хочет, чтобы в конце пути там кто-то, мало ли, предъявил ему обвинение в нарушении законов. Вот тех российских законов, которые на сегодняшний день существуют. И в этом смысле, да, они все законопослушны. И в этом смысле, да, даже у Путина на любое преступление должна быть какая-то формальная бумажка, которая позволяла ему это преступление совершить. Да? Вот, например, решение о вторжении в Украину в 2014 году и в 2022 году, да, принималось не единолично Путиным, ни в коем случае, а принималось 5 людьми. И я уверен, что есть бумажка, и на этой бумажке стоят их подписи. Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Герасимов. Да? Вот эти 5 человек формально были ответственны за решение начать войну против Украины. Первую в 2014 году и вторую в 2022. И сейчас, я уверен, вот такая коллективная ответственность, она тоже существует при принятии каких-то таких важных преступных решений. Очень интересные вещи вы рассказываете. Я, например, ничего не знал об этом приказе об устранении Березовского и тем более о том, что Литвиненко просил письменный приказ на это. Это в каком году это было? Пресс-конференция, которую Литвиненко давал, была 18 ноября, если я не ошибаюсь, 98 года, а, соответственно, эпопея по предположительному устранению Березовского – это 98 год. Интересно, а кому потребовалось его ФСБ? Ну, у меня тут есть только мои как бы версии, да, безусловно. Моя версия заключается в том, что проблемы Березовского, да, начались, ну, по двум причинам. Да. Одна причина заключалась в том, что российские спецслужбы традиционно считали всех бизнесменов как бы ворами, да, любых, вообще любых бизнесменов. Да, вот с точки зрения спецслужб, да, любой бизнесмен, заработавший деньги, опять же, подчеркиваю, любые деньги, маленькие или большие, их украл. Он их не заработал, а украл. Да, это какая-то так, философская была установка. Следующая проблема, которая возникла у Березовского, опять же, по линии спецслужб, заключалась в том, что при приватизации Аэрофлота и при проверке списка сотрудников они увидели, что, и напомню, Аэрофлотом руководил как бы Березовский и Глушков, да, Николай Глушков, младший партнер Березовского и его друг, они увидели, что у них на балансе безумное количество людей, которые как бы в Аэрофлоте реально не работают. И они их всех уволили, да, вывели как бы из состава сотрудников. И на следующий день к ним пришли из ГРУ и из ФСБ и сказали: ребят, что вы делаете? Вы уволили как бы всех наших нелегалов, работающих за границей. Они по линии Аэрофлота, да, они как бы обслуживают советскую, российскую разведку. Возьмите их назад. И Глушков отказался, да. И это вот, собственно, было начало проблем Березовского и Аэрофлота, да, которые так никогда и не кончились, да, с прокуратурой, да, и с российским
правительством. Но на самом деле это были проблемы со спецслужбами из-за того, что они как бы уволили офицеров советской, затем уже российской разведки. И третья проблема, которая возникла у Березовского, и он, может быть, не сразу отдавал отчет, что происходит, это контроль над, за Первый канал, битва за Первый канал. И на самом деле эту битву против Березовского вел Коржаков. И вот убийство Листьева, да, это на самом деле результат вот этой вот попытки Коржакова захватить власть в стране. Мы это как бы знаем, да, вот то, что Коржаков, Барсуков, Сосковец, вот этот триумвират планировал как бы захватить власть в стране, да, мы это поняли на рубеже марта 96 года, когда Ельцин уже подписал указ, опять же, это я все знаю со слов Березовского, да, подписал указ об отмене выборов, отсрочке выборов, да, но этот указ еще не был обнародован. И вот после этого начались вот те самые события, да, когда был образован союз олигархов, да, взявший менеджером Чубайса и уговоривший Ельцина пойти на выборы, отозвать этот указ, не публиковать этот указ и пойти на выборы, пойти на риск, но остаться легитимным президентом вместо варианта, который предлагался Коржаковым, когда Ельцин отменяет выборы и реально становится, в общем-то, нелегитимным президентом, обязан опираться исключительно на силовые ведомства, прежде всего на Коржакова, Барсукова и, соответственно, Сосковца, который в должности вице-премьера готовился как стать следующим президентом России. Опять же, по версии Березовского, которая была изложена и записана, она при мне записывалась телевизионщиками, журналистами в Лондоне, планировалось, ну, на самом деле, устранение Ельцина. Да, Ельцин и так был не сильно здоровенький, сильно пил, и Березовский вообще считал, что вот Коржаков планировал на самом деле устранить Ельцина в конце пути, да, и таким образом уже с триумвиратом, подчеркиваю, да, Коржакова, Барсукова и Сосковца, править Россией. Этот план в 96-м году как бы сорвался, да, но ведь самое удивительное, что ровно через 3 года он был реализован, всего лишь через 3 года. Просто на месте Сосковца оказался Путин, уже вот непосредственный как бы ставленник ФСБ. То есть Коржаков, который тоже был из Федеральной службы охраны, да, он в результате был отправлен в отставку, да, но, подчеркиваю, через 3 года план 90-х, вот Коржаковский план захвата власти был реализован, да, просто по чуть-чуть более как бы мягкой схеме, да, через премьер-министров, там, через премьер-министровство Путина, да, вроде бы легально, а все равно сделали, поставили другого президента вместо Ельцина. И обратим внимание на то, что Коржаков оказался абсолютно непотопляем. Да? Вот вроде бы человек, который после увольнения, а это так было, сделал из, в общем-то, Ельцина со своим главным врагом, ну и Березовского тоже, да, при этом ничего нельзя было сделать с Коржаком. Никто его не с Коржаком, никто его не наказал, да. В опале он, в общем-то, не был, стал членом Думы с точки зрения коммерческой. У него дела шли очень хорошо, да, контролировал в Москве, он контролировал, например, розничные продажи газет, что очень важно и интересно, потому что вот он, например, определял, где новая газета будет продаваться, там, в каком районе и в каком киоске, а где не будет,
Да? Вот этим, это все решал, например, Коржаков. Да? И ничего с ним сделать было нельзя. Да? Хотя вроде бы он был виновен там, во многих, может быть, преступлениях. Его легко можно было бы, казалось бы, мстительный Ельцин мог бы Коржакова легко наказать. Но оказалось, что это совершенно невозможно. Да? Потому что Коржаков был частью вот этой вот ФСБшной структуры, и она своих людей защищала, ну и использовала, да. А темные, вот все эти темные нераскрытые убийства, да, убийство Листьева, убийство Пола Хлебникова, это на самом деле Коржаков. То есть Коржаков убийство Хлебникова осуществлял Нухаев, как бы, но это чеченский высокопоставленный сотрудник российской разведки, который много чего осуществлял в Российской Федерации. Но как бы там, добро Нухаеву на это убийство и организовывал это убийство, конечно же, Коржаков, опять же, в рамках уже компрометации Березовского, потому что после книжки, которая тоже была инспирирована Коржаковым, после книжки Пола Хлебникова как «Крестный отец русской мафии», да, написанная как бы, ну, очерняющей Березовского, да, по умолчанию считалось, что Березовский ненавидит Пола Хлебникова, и вот если что-то случится с Полом Хлебниковым, то наверняка это месть Березовского. И Пола Хлебникова действительно убили, и действительно подозрения легли на Березовского, да, и, собственно, он от этих подозрений не мог отмазаться до конца жизни. Так что, в принципе, это все к тому, что не нужно недооценивать деятельность российских спецслужб. Они как бы активно шли, так, тупо и медленно, да, шли вот, к намеченной цели. Да? И в 2000 году эта цель была достигнута, и все, что уже произошло после 2000 года, вроде бы нам должно подтверждать, что действительно спецслужбы целенаправленно пытались захватить власть в России. Да? Начиная с августа 1991 года, кстати говоря. И да, через 9 лет, исторический срок никакой, захватили эту власть. И отдавать они ее не собираются. И они ее как бы не отдадут. Да? Вот тут никаких иллюзий тоже у нас быть не должно. До какого-то момента казалось, ну, мне, по крайней мере, казалось, что, может быть, на фоне как бы неудавшейся для России войны в Украине спецслужбы попробуют принести в жертву Путина и таким образом как бы, ну, выжить как институт. Как... Думаю, что этот план, он до сих пор существует, да, что в крайнем случае принесем в жертву Путина. Но поскольку Путин сам из спецслужбы очень хорошо понимает, что этот план существует, то со своей стороны, конечно же, его по-человечески можно понять, он как бы хочет жить и работать дальше, да, он себя пытается обезопасить. И вот поэтому мы и видим и снятие Патрушева, да, и снятие Шойгу, потому что, конечно же, у Путина за 25 лет, за эти, да, появился некий опыт, очень для него важный, и инстинктивно он угрозу неплохо чувствует, судя по всему. Ну, а иначе нельзя было бы быть президентом России 25 лет. Для этого все-таки нужно иметь неплохой инстинкт на сохранение власти. Ну, вот мы с вами начали разговор с определенного разлада в системе этой власти, определенного даже раскола. А можно ли попытаться заметить сейчас какие-то линии расширения этого раскола, который может привести к значительному повреждению, скажем так, этого государственного здания или его развала?
Скажем прямо, единственное указание на существование некого раскола был вот так называемый Пригожинский мятеж. И мы все тогда оживились, да, и сказали, вот, началось, вот он, этот раскол. Но, там, к сожалению или не к сожалению, мы видим, что Пригожинский мятеж быстренько заглох. Да? Помните, как про Пугачева в советских учебниках, ну, я учился по советским учебникам как историк, было написано, что Пугачев совершил две ошибки. Он не пошел на Москву, и у него не было программы. Так вот, Пригожин совершил те же две ошибки. Да? Он не пошел на Москву, и у него не было программы. Но у него и не могло быть программы, потому что Пригожин, подчеркиваю, да, Пригожин был как бы агентурой ФСБ, да, и никем, кроме агента ФСБ, он не был. И все, что с ним происходило, начиная с его как бы успешных дней как бизнесмена и кончая его гибелью, да, происходило с ним исключительно по линии ФСБ. И если кто-то из слушателей считает, что, ну, что это так упрощение или преувеличение, то я все-таки хочу подчеркнуть, что вот поверьте, что не может ни агент ФСБ наливать вино в бокал президента Буша. Это абсолютно невозможная вещь. И в бокал президента Путина он тоже не может наливать вино, если он не как бы проверенный годами завербованный агент. Так что и частную военную компанию ЧВК, которая называется, в общем-то, теми же тремя буквами, которая называлась ВЧК, тоже не может создать бывший уголовник Пригожин. Да, эту структуру по государственной линии с бюджетом там, в миллиарды рублей может создать только ФСБ. Да? Ну, я говорю только ФСБ, потому что мы знаем, что у ГРУ есть такая же своя структура, она называется Редут, но это просто другая структура. И мы знаем, что ЧВК не создавалась по линии Министерства обороны, потому что, собственно, конфликт, открытый конфликт произошел именно тогда, когда Путин, увидев некую угрозу существование независимой от него, потому что она подчинялась ФСБ, военной структуры, попробовал ее перевести под Министерство обороны. Да? И вот из-за этого возник тот самый конфликт между Пригожиным и Шойгу, который на самом деле был конфликтом, связанным с тем, что у ФСБ пытались отнять и ЧВК, Пригожина и бюджет, между прочим, который шел на эту самую ЧВК. Да? Так что при разговоре о трещинах, да, меня смущает отсутствие перебежчиков и отсутствие людей, уходящих в отставку публично или по-тихому со ссылкой на плохое здоровье в знак там, несогласия с тем, что происходит вот, в связи с войной в Украине. Мы на самом деле этих перебежчиков не видим. Не говоря уже о том, что мы и не видим людей из правительства, ну, в широком смысле, людей, управляющих Россией, это все-таки большое государство, да, и ей управляют в центре на местах, ну, тысячи людей, да, может быть, даже и больше. И мы не видим со стороны этих людей никакого несогласия с тем, что происходит, что означает, что система подбора кадров управленческих, там, начиная с 2000 года, а может быть и раньше, очень грамотно спецслужбами осуществлялось. Вообще отдел кадров спецслужбы, он в принципе работает достаточно хорошо. Перебежчиков из спецслужб всегда было очень-очень-очень мало, то есть считанные единицы. Что подчеркиваю, говорит о том, что отдел кадров очень как бы, хорошо понимает, кого можно брать на работу,
можно брать, нужно брать в спецслужбы, а кого брать не стоит. Интересно. А возвращаясь немножко в нашем разговоре назад, хочу уточняющий вопрос задать. Вы упоминали о разговоре Литвиненко с руководством, в том числе о эпизоде, в котором упоминается ликвидация Дудаева. А как осуществлялась эта ликвидация? Кто был автором этого приказа? Был ли действительно этот приказ? И кто осуществлял все это? Ну, я не занимался этим вопросом специально, будем откровенны, но давайте начнем с конца. Такая вот судьба у чеченских президентов, что они все были убиты. Вот все президенты Ичкерии, да, и даже Чеченской республики, они все были убиты. Никто из них как бы не ушел в отставку, не умер своей смертью. Ну, соответственно, у российского руководства, да, видимо, есть установка, как я понимаю, что не подчиняющиеся Москве руководители Чечни подлежат уничтожению, причем как бывшие, так и будущие, да, потому что Ендарбиев уже не был руководителем Чечни, когда он был устранен, тем не менее, он был устранен. Как я понимаю, руководил операцией по устранению Дудаева генерал Евгений Хохольков. Он был непосредственным руководителем группы, в которую входил Литвиненко, да, то есть ее, может быть, называют группой Литвиненко, но, подчеркиваю, он там не был ни командиром, ни старшим офицером. Он был в ранге полковника, Гусак Александр Гусак был в ранге полковника, и он был формально руководителем этой группы. И группа эта была создана для, ну, в общем-то, внесудебных расправ, назовем это так, и работала она сначала во время Первой Чеченской войны, она этим занималась в Чечне, да, а затем уже после, как раз после убийства Дудаева, их перевели в, как бы, в награду в Москву. И, ну, мы знаем, что Дудаев был убит ракетой воздух-земля с самолета. Мы знаем, что наведение этой ракеты шло по телефону, через телефон Дудаева. Мы знаем, что Дудаев в этот момент разговаривал, и это был достаточно длинный разговор с Константином Боровым. А вот группа Литвиненко осуществляла, ну, наземную часть, как бы, операции. Да? Подчеркиваю, руководил этой операцией Хохольков, и после завершения этой операции Хохольков предложили награду, и, если я правильно понял Литвиненко, ему предложили либо, как бы, медаль Героя России, либо перевод его группы в Москву. И он выбрал, как бы, перевод группы в Москву. А после смерти, после убийства Дудаева, например, Литвиненко, как бы, лично сопровождал и вез Аллу Дудаеву, жену Дудаева, уже Давуд Дудаева в тот момент, он ее переправлял как раз в Москву, его заданием было доставить Дудаеву живой и невредимой в Москву, что он и сделал, и затем было достигнуто соглашение, и ей было разрешено эмигрировать в Турцию. А, ну вот, какие-то такие подробности. Но, подчеркиваю, руководил этой операцией Евгений Хохольков. Это вполне, как бы, серьезный и профессиональный человек. Я с ним встречался где-то в мае 2000 года, мне кажется. Если я не ошибаюсь, мы с ним довольно долго
беседовали в его ресторане на Кутузовском проспекте. У него был свой ресторанчик. Он его закрыл в тот вечер, и мы там в ресторане разговаривали вдвоем какое-то количество часов. Если мне не изменяет память, я приехал туда на встречу где-то часов там в 6 вечера и уехал, может быть, в час или в 2 ночи. Меня отвез его повар, который нас обслуживал. После того, как мы закончили наш ужинный разговор, он отвез меня домой. Ну, а сам-то письменный приказ, кто его отдавал? Мне интересно просто, на каком уровне принимаются такие решения? Ну, я думаю, что на уровне директора ФСБ. Я абсолютно убежден, что это именно так. Ну, если бы Дудаева убивали по линии Министерства обороны, то, наверное, в этом была бы вовлечена ГРУ, да, как структура. Но поскольку мы знаем, что в это была вовлечена группа Литвиненко, то, наверное, это решение принималось по линии ФСБ. А если решение принималось по линии ФСБ, то я уверен, что убийство Дудаева должно было быть утверждено руководством ФСБ. Интересно просто, как легко люди таких профессий, скажем так, называют убийства ликвидациями, как они легко их проводят, и как легко, опять-таки, общество соглашается с тем, что ну, это просто какая-то операция, ликвидация, какая, по сути, это уголовное преступление. Мы каждый раз говорим о том, что осуществляется уголовное преступление при исполнении служебных обязанностей, то есть убийство человека. Ну, безусловно, ну, если говорить про Чеченскую республику, тут нужно все-таки еще подчеркнуть, что на самом деле, хоть Чеченская республика и Ичкерия, хоть она формально не завершила процесс выхода из Российской Федерации, но все предварительные этапы этого формального отделения уже были пройдены, да, было принято еще в годы Советского Союза, в 90-м году, было принято ну, новое законодательство, согласно которому автономные республики, да, потому что Чечня была не Советской Социалистической Республикой, а автономной Советской Социалистической Республикой, по которой автономные республики тоже имели право на выход из Советского Союза, так же, как и Советские Республики. Да. Было несколько постановлений в связи с этим внутри чеченских, то есть Чечено-Ингушской автономной республики, затем Чеченской автономной республики, было принято несколько как бы, ну, постановлений, подготавливающих уже выход Чеченской республики из состава СССР. Подчеркиваю, он, как я понимаю, юридически до конца не был оформлен. И еще, допустим, Чеченская республика в этом плане не получила, не успела, да, заявить о независимости в том плане, чтобы получить согласие, признание иностранных государств. Да? Чеченская республика не успела ввести свою валюту, хотя эта валюта уже была отпечатана в одной из европейских стран и до сих пор хранится в этой стране. Чеченская республика не успела ввести своих паспортов, хотя и эти паспорта уже были отпечатаны и как бы до сих пор хранятся в одной из европейских стран, да, а на момент уже как бы Хасавюртских соглашений по существу в этих соглашениях как бы были прописаны пункты, да, и язык этих соглашений был такой, что предполагалось, что Чечня уже является независимой. Да. И повторяю, наверное, с формально-юридической международной точки зрения Чечня не завершила процесс выхода
из состава, ну, сначала Советского Союза до 91 года, а затем из состава Российской Федерации. Но язык Хасавюрских соглашений на самом деле, да, был язык договора, подписанного между двумя независимыми государствами. Да. И вот этот договор, да, подписанный двумя независимыми государствами Российской Федерации и Чеченской Республикой, Ичкерия, был как бы затем нарушен, естественно, Путиным, когда была начата Вторая Чеченская война. И уже после этого, в 2003 году, если я не ошибаюсь, был проведен специально референдум в Чечне, чтобы дезавуировать вот все предыдущие соглашения и законодательства, введенные чеченским правительством, указывающие на независимость республики Ичкерия. Это все говорю к тому, что, ну, бюрократия – это важный момент, да, всегда в Российской Федерации. Вообще Российская Федерация достаточно бюрократическое государство в целом, да, и, конечно, вот все эти бумажки, да, они имеют свою ценность и свою важность. При этом то, что Чеченская Республика будет первой территории, которая отсоединится от Российской Федерации на следующем разломе, я в этом абсолютно убежден. Означает ли это, что очередной президент Чеченской Республики тоже погибнет, как и все его коллеги, предшественники? Я думаю, что на это очень много шансов у Кадырова. Думаете, это все-таки Кадыров будет, да? Нет, я думаю, что у Кадырова очень мало, как бы, шансов умереть в своей постели, просто глядя на всю историю его предшественников. Это чисто такой исторический взгляд, безотносительно того, как мы относимся к Кадырову, да? Безотносительно. Но то, что Чеченская Республика отделится, в этом вопросе, я думаю, в этом сомнений нет, это только вопрос времени. А будет ли этим процессом руководить Кадыров или кто-то еще, это, кстати говоря, интересный вопрос тоже, на который мы пока что ответа не знаем. Но я не удивлюсь, скажем так, если вопрос о независимости Чечни в какой-то момент поставит Кадыров, если к этому времени он будет еще жив. Потому что даже сегодня Кадыров, собственно, доит двух коров. Одна корова – это, конечно, Кремль, Путин и Россия, а вторая корова не менее жирная, а, в общем-то, на самом деле более жирная – это там арабский мир и, прежде всего, Катар. Так что у Кадырова есть, как бы, мягкая подушка, да, которую он может использовать в случае, если, допустим, у него произойдет открытый конфликт с Москвой. Другое дело, и это нужно понимать, что двумя войнами как бы Чечня как страна и чеченский народ как народ настолько ослаблены и потрепаны, что, конечно, задача чеченского руководства, я думаю, любого, это сохранить людей. Вот сейчас уже это, как бы, главная задача — сохранить людей. Что Кадыров, видимо, как бы не очень хорошо делает, да, потому что, тем не менее, чеченские граждане участвуют в войне в Украине и, соответственно, гибнут там в достаточном количестве. Но, видимо, ну, либо его не интересует вообще судьба чеченского народа, либо, может быть, у него нет выхода. Юрий Георгиевич, напоследок такой вопрос немножко в сторонку от основной нити нашего разговора. Вы не раз говорили, что цель
окончательная цель российской госбезопасности – это всемирное господство. И сегодня мне на глаза попалась интереснейшая новость о том, что в Карибском море планируется учение российского военного флота. Демонстративное учение с заходами в порты Кубы и Венесуэлы. Не стоим ли мы на пороге очередного Карибского кризиса, который может стать, так сказать, самым решающим моментом той самой схватки за мировое господство? Я думаю, что среди многочисленных комплексов Путина, я уверен, что их у него много, ну, кстати говоря, как, наверное, у почти любого человека есть какие-то комплексы, да, я думаю, что Путин при том, ну, мягко выражаясь, неграмотном историческом подходе, да, к миру, ну, когда он там искренне считает, что Вторая мировая война началась из-за того, что поляки не отдали Гитлеру Данцигский коридор, да, например. У него перед глазами есть вот несколько таких ярких картинок. Первое, что американцы в 1945 году нанесли два ядерных удара по Японии, выиграли войну и стали мировой державой. Второе, что в 1962 году, во время Карибского кризиса, который вы как раз упомянули, да, Хрущев вместо того, чтобы начать войну, испугался и отступил. Да. И мне кажется, что Путин вот именно с этой точки зрения смотрит на все эти два ядерных, да, происшествия, одно с использованием ядерного оружия, другое с неиспользованием. И да, у него в голове, к сожалению, может появиться идея, что ядерное оружие – это, собственно, самый быстрый способ зафиксировать свою роль как мирового лидера и положение России как мировой державы. А при этом нужно понимать, что основная идея исходная заключается в том, что нужно испугать противника настолько, чтобы он капитулировал без боя. Да? А это, как мы видим, не всегда работает. Да? Это не получилось с Украиной, хотя расчет был именно на это. Это на самом деле не получается сейчас с Европой. Не получается испугать Европу ядерным ударом и заставить ее отказаться помогать Украине, например. Да? Потому что у Путина до сих пор есть ошибочная, безусловно, но концепция в голове, что Россия не может захватить Украину из-за помощи, которая оказывается Украине Западом. Да? Но при этом с точки зрения Европы, Украина воюет с Россией, в то время как с точки зрения Путина Россия воюет уже со всей системой НАТО, включая Соединенные Штаты. И там, вот пару дней назад, когда началась вот эта абсолютно паническая, да, лавина угроз со всех уровней российского руководства о том, что если вот все-таки вы разрешите Украине наносить удары по территории Российской Федерации, то тогда вот все уже точно, вот применим ядерное оружие, и вы об этом обо всем пожалеете. Да? Вот карибские как раз учения, они из этой серии, да, как там заявил заместитель министра иностранных дел российский, да, заместитель Лаврова. Вот если американцы разрешат бить по России, но они об этом очень пожалеют. Вот такой будет ответ, такой будет ответ. И мы уже, собственно, видели, да, что с одной стороны Россия объявила
что они будут поставлять ракеты дальнего радиуса действия врагам Соединенных Штатов. Я даже так напрягся, интересно, а кто вообще у нас враги Соединенных Штатов, которым нужны ракеты дальнего радиуса действия? Сходу мне это непонятно, потому что у Северной Кореи есть такие ракеты, у Ирана есть такие ракеты. Да? Вот о чем идет речь? О том, что Россия передаст Ирану ядерное оружие или передаст там Корее усовершенствованное ядерное оружие. Но вот эти угрозы, да, вот карибские учения в бассейне там, Карибского моря, это как раз из этой, я думаю, серии, да, напомнить Соединенным Штатам, что в 1962 году они уже были там в минуте от ядерной войны, которая была приостановлена. То есть, да, идея заключается, наверное, сейчас в дальнейшей эскалации, в надежде на то, что американцы испугаются и дадут задний ход. И кстати говоря, чуть ли не сегодня, кажется, может быть, вчера, да, с поправками на время, Байден сделал заявление, что, конечно, Америка не разрешает Украине наносить удары по Москве. Кажется, Москва была названа. Вот, поэтому я не думаю, что все эти ограничения, тем не менее, сейчас уже действительно будут оставлены в силе, да, я думаю, что тем не менее Украина считает справедливо, что все ограничения сняты, и ВСУ будет само определять, куда можно наносить удар, куда нельзя наносить удар. Но Россия, да, идет на путь эскалации в надежде, что по логике, что вот если они еще не испугались, значит, мы недостаточно напугали. Да? Вот отсюда и все эти статьи, там начало которым было положено статьей Сергея Караганова о необходимости нанесения превентивного удара по Восточной и Центральной Европе. Это все из этой серии, да, что если враг не испугался и не сдался, значит, мы недостаточно его напугали. Но другое дело, к сожалению, да, что вот в Украине враг не испугался и не сдался, и не получилось Украину захватить без боя, да, и пришлось начинать войну. Поэтому из того, что враг не сдается и не пугается, к сожалению, для Путина может следовать только то, что нужно реально начинать войну. Я убежден абсолютно в том, что эта война действительно как бы произойдет, да, что вот открытое столкновение между Российской Федерацией и НАТО неизбежно, и по этой причине я, собственно, давно призывал не позволять России уничтожать Украину 2 с лишним года, а собственно, поднять забрало и открыто идти в бой. Но это, увы, не то, что происходит. Дойдет ли до ядерного столкновения между России и Соединенными Штатами, мне в это не очень верится. Мне кажется, что это самоубийственный для России как бы путь, буквально самоубийственный. Ну, другое дело, что, конечно, и противнику России сможет нанести какой-то урон. Но это не то, чего я опасаюсь. А вот ядерное оружие в Беларуси, о чем я неоднократно говорил, меня очень беспокоит, потому что создает возможность кажущегося безнаказанного гибридного удара из Беларуси по Европе в расчете на то, что ответный удар будет нанесен только по Беларуси, а не по Российской Федерации. И мы, конечно, пока этого не произойдет, не узнаем, какой будет ответный удар и куда. Но вот этот сюжет такой вот гибридной войны ядерной меня, да, беспокоит, я считаю его реальным. Ну что ж, будем надеяться на то, что в этот раз все-таки вы ошибетесь. Да я каждый раз надеюсь на то, что в этот раз я ошибусь. Пока что, к сожалению, получается, что я каждый раз оказываюсь прав. Ну, пусть отведет, так сказать. Пусть отведет нас от этой беды. Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Спасибо большое.
Все, не буду вас больше мучить, отпускаю вас. Напомню нашим зрителям, что у нас в эфире был Юрий Фиштинский, российско-американский историк, автор ряда интересных книг, которые я по-прежнему всем рекомендую. Поставьте, пожалуйста, лайки этому эфиру, это помогает продвинуть его в YouTube. И увидимся с вами в следующий раз. До свидания.